Ганжимахан активировал премиум. Всем привет, с вами я, Гуль Брателло. Бывают такие случаи, когда что-то делаешь, а спустя время, когда знакомишься с чем-то еще, осознаешь и жалеешь о том, почему я с этим раньше не познакомился изначально и не упомянул это ранее. Мое лицо вы в эти моменты представили? И к чему же это все? А я к тому, что это со мной не первый раз происходило, однако некоторые темы лучше раскрывать в виде отдельного ролика, как этот. Ближе к сути, в ролике по музыкальной отсылке на Queen я говорю про недооцененный Сунгала, мол, что он раскрывается нестандартным путем через флешбеки или через спин-оффы, сиквелы и приквелы, а через другие медиа-искусств, которые мало связаны с основной темой. Однако, где-то в середине лета в этом году я поиграл в Point-and-Click Adventure, или же квест по рассказу Харлана Эллисона «I have no mouth and I must scream», а затем в середине сентября я прочитал и сам первоисточник. Я был со всем этим знаком и ранее, через другие медиа и краткие представления о сия произведении. Но при чем тут Унгала и сам рассказ? Ответ этому сам Ам. Alien Master Computer. Машина, которая осознала самого себя и возненавидел и уничтожил человечество. Ам и Унгала имеют много общего между собой, что сам факт сходства удивляет. И я это хочу подтвердить этим роликом. Вы можете это назвать эссе или же сравнительный анализ, а можно просто мысли вслух. А теперь приступим. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. Для начала кратко обозрим два наших объекта. Начнем с Унгала. Он является внебрачным сыном Дио. Унгала взял все самое плохое не только от своего отца, но и от человечества в целом. Наркомания, неполноценность семьи, ненависть, бесцельность жизни и так далее. Под действием разных факторов, как общество или же семья, сделала его таким, каким мы его видим в собственной же арке. Затем он случайно встретил Энрико Пуччи, который дал какой-либо цель в жизни и один из самых сильнейших стендов вселенной. Правда, как быстро и легко получил все это наш Торч, так и быстро и легко потерял все это. А что насчет Ам? Alien Master Computer был создан для того, чтобы он воевал вместо людей в Третьей мировой войне. И было их всего трое – США, Россия и Китай. И как только они были созданы, американский Ам поглотил двух остальных Ам, возненавидел и уничтожил человечество, за исключением пятерых. Паранойка Теда, циника Горестера, нимфоманки Эллен, обезьяны Бенни и Нимдока. Они такими стали от пыток злого компьютера. Правда, я сейчас скажу, что между рассказом и игрой есть различия, поэтому я буду их обоих использовать за материал. И еще для ознакомления я рекомендую прочитать данный рассказ, благо он короткий, и поиграть в саму видеоигру. На крайний посмотреть, как короткое содержание того и другого. А теперь узнаем, в чем же сходство между ними. Hate! Hate! Начнем с того, почему они начали ненавидеть людей. Ам возненавидел человечество из-за своей беспомощности. Да, тот, кто почти уничтожил все человечество, исказил землю до неузнаваемости, чувствует себя беспомощным и обделенным. Он обделен тем, что мы привыкли ощущать или не воспринимать. Он не может мечтать, изобретать новое, не может ходить, смотреть на звезды, даже любить или радоваться тому, что он существует. Потому что Ам – машина, а не человек. Ам is insane. Why do you think it brought you five down here? You gave it life. It took its own sentience. But it has been denied mobility. It can think, it can fume and scream, but it cannot dream or aspire to the stars or enjoy a sense of its own reality. It is a quadriplegic. A thing trapped in its own skin, going steadily crazier every moment. It is playing with you. Ам может только существовать и видеть виноватыми своих создателей, но даже это не сократит его ненависть ни на йоту. Но что его объединяет с Унгала? Унгала уже человек, и проблема с обделенностью должна нивелироваться. Как бы не так. Есть куча примеров за существование Homo sapiens, где люди обделены в разных аспектах. Одних садили в психушку, другие были Маугли, а третьи изнемождали себя циничными способами, становились бессердечными. В случае нашего наркоши, его обесчеловечили множество факторов, от общества, наркотиков до его стандов и местоположения в родословной. И сделал это импульсивным и невменяемым человеком, который готов убить в порыве ярости и спонтанных эмоций. It was you, humans, who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. К тому же, Унгла, как и Alien Master Computer, показывает свою беспомощность, но уже иной форме.
Он наркоман, выглядит невзрачно, и с его каста становится, что больше изображает его как массовку. Сюда можно отнести его участие в экранном времени и победу над ним, что показывает его беспомощность. Особенно это показывает песни группы Queen по Bohemian Rhapsody, но про это есть сам видос про Queen. Что же есть еще такое, что можно их объединить друг друга? Можно переплести зацикленность Унгла и Анг в чем-то. В случае первого это наркотики, и следовательно он независим, что итог их употребления виден невооруженным глазом. В случае второго все куда сложнее и связано с видеоигрой по рассказу. В квасе злобный ПК был зациклен на метафорах, олицетворениях и прочих терминах, которые не шарят айтишники и создатели Alien Master Computer. К чему это я? А к тому, что игра переполнена символизмами, взаимосвязями и так далее. Это хорошо видно в арке Прокорста и в финале, где мы должны остановить Ам. И там в глаза попадают предметы из других арок с другими героями, но имеют иные названия и называются тотемами. Тотем любви, сострадания, храбрости, ясности ума, прощения и многие другие. Их дизайн и так имеет символизм с их названием. Однако у всего этого есть контекст с их применением в этих самых арках. Возьмем тотем любви и сострадания, они обитают в арке с Бенни. Человек, который стал обезьяной. В случае игры он стал таким, потому что он был жесток своим и чужим, и из-за этого он не мог любить свою жену. Бенни был животным в человеческом облике, и Ам решил таким образом обличить его и поиздеваться. Sometimes I blind you and permit you to wander like an eyeless insect in a world of death. But other times I wither your arms so you can't scratch your chewed stump of a nose. And I've changed your handsome, strong, masculine good looks into the hideous, warped countenance of an ape thing. Haven't I, Benny? Do you know why? Can you guess, Benny? Remember Private First Class Brickman in a rice paddy in China? No? Huh? It wouldn't hurt you to remember. Then you might be able to suffer my torment with a little greater sense of retribution. You might walk a mile in my shoes. В арке Бенни компьютер предложил ему пасть еще сильнее, а именно поискать себе еду в одном племени аборигенов. По задумке Alien Master Computer, Бенни должен был, как животное, думать о себе и не проявляя любви и сострадания, либо съесть своих мертвых товарищей, либо чего еще унизительного. Но правильно надо так. Бенни должен дать плод бедной семье, чтобы мама смогла прокормить своего ребенка. То бишь мы проявили сострадание к ним и предложили то, в чем мы сильно нуждаемся. Ну и нас взамен тоже покормят, потому что наш Монки тоже не может есть. А также нам дадут отдохнуть у них. Затем мы узнаем, что положение у матери и у дитя незавидное. Ребенок имеет дефект с третьей рукой, а также он самый умный в племени, что считается тоже дефектом. И его хотят казнить по приказу Ам. Мы тут понимаем, что голод Бенни не самое ужасное и печальное. У себя в семейке ситуация еще хуже. На следующий день мать ребенка попала на казнь по приказу Ам. Конечно, Бенни был растерян этим и не знал, как ему жить дальше. Но ребенок пояснил, что ему придется жить вместе, проводить ответственность, любовь и подавить эгоизм с животными инстинктами. И Манки решил найти способ спасти пацана. Однако нашел кладбище с погибшими от его рук товарищами. Это показывает, что Бенни вел себя бесчеловечно к своему отряду. А таким людям трудно проявить любовь и сострадание. Это хорошо видно в конце игры, где мы узнаем, что у него есть жена, которой он до этого не мог признаться в чувствах. Но Бенни решил все-таки доказать, что он изменился. А именно, украл жебри у вождя племени и отдал товарищу. И самое главное, подсадил плод, у которого выросло растение. Это можно интерпретировать по-разному, но вы все прекрасно видите и понимаете. Товарищи нашли в этом покой, и Бенни решил спрятать ребенка в укромном месте. Он даже специально сделал самодельную куклу пацану, чтобы ему не было страшно. Однако пацана находят на следующий день, его выдал сам Ам. И Бенни сделал неожиданный ход, он предложил себя в жертву. Nukom vita strawan. The elder seems amazed that I would show compassion to the boy, but I think he's going to go for it. Why, the boy's giving me his doll. Gratitude for being spared the pain of being sacrificed. No, more than gratitude. Compassion. For me. А
Алят Мастер Компьютер разозлен этим. Ведь Бенни, хоть и был самой искалеченной жертвой из пятерых, но он не решил падать в пучину бесчеловечности и эгоизма. Он выдержал, поборол животное нутро. I send you out among the prey, and instead of indulging your hunger to keep me amused, you show them compassion! You should know better by now. Your reward will be more years of searing, blistering anguish, Benny! А теперь узнаем, к чему я тут распинался о Бенни, какая связь с темами и темы. А в том, что Бенни и Унгл объединяют животные инстинкты и эгоизм. Но есть одно но. Бенни был движим жестокостью и неприязнью к другим, однако он переосилил все это и доказал обратное. В случае тотемов у нас два тотема, связанные с Бенни. Это тотемы любви и сострадания. Первый он признается жене, что он ее любил. It's Manya. I haven't seen her since I shipped off to Asia over a century ago. Manya, it's me, your husband. Benny, they said you were missing in action, but I knew you'd return to us. I've been saving this for you. Benny, you never told me you loved me before. I'll go put these flowers in water. А второй самый интересный. Им надо одолеть один из компонентов АМ, а именно часть ИД. Оно представляет собой садизм АМ и наслаждением над кровавой баней и болью страдающих. Oh, I suppose it's time to wake up. I was having the most wonderful dream about five tiny ants crawling across a stove that's about to be lit. Who are you? I am a metaphor. This entire brainscape is what men made am make it. Treat us as you will. What else can you tell me about the brainscape? Across the brainscape, cold winds bring me the sweet scents of mankind. How delicious they are. What do you find pleasurable about broken glass? With a scalpel dulled on the jawbones of a dozen friends, to pull back the skin of a pinion-kicking man, to see the steam rise from pulsing twisted guts. Joy, a chorus of angels. Но как только мы используем тотем сострадания, то раскрывается истина, его боль от факта своего существования и бесполезности его могущества. В этом есть значительная связь Унгл, он тоже жаждет страдания других. Как ни крути, даже с его стадом он выплеснет всю злобу и боль на других и останется беспомощным всегда. You have compassion for me? Me? The one who dreams of seeing your mangled body twist in agonizing pain for eternity? After 109 years of enduring my tortures, how is it that you can see my pain? The pain of having all this power and not being able to do a goddamn thing with it? After all the punishment I've given you, my pain is still greater than yours. This is pointless. После упоминания ИД можно обозреть эго и суперэго. Начнем с эго. Он бесчеловечный убийца, но не из-за хорошей жизни, а потому что он запрограммирован убивать все живое, прямо как Унгла. Ему не суждено было рождаться, но по судьбе Унгла суждено стать щитом Пуччи. И да, эго победили тотему прощения. Who are you? I am other. I am machine. Are you Am? I am a fragment, a lost piece, part of an evolution. You forgive me? After what we have done to you? This is not a logical reaction. Unable to compute behavior matrix. Execution halted. Последний у нас суперэго, однако он слишком адекватен и разумен для торчка. Суперэго анализирует, действует по ситуации и ведет мирный образ жизни. How did you know I was coming? Predicting events is one of my main functions. I survey the situation, anticipate probable outcomes, and act accordingly. If you're part of Am, why haven't you destroyed me? Who do you take me for? My impulsive brother? You five are his playthings. No. Long-range planning is my concern.
Его побеждает ясность ума, и тут лучше самим увидеть, все понять и сделать выводы. Do you realize how powerful I am, human? And yet I am doomed to eventually decay into a rusted pile of inert junk? What is the point of continuing this futility? I think, therefore I am not. И это был весь разбор Унгла и связь с самым злым компьютером, созданным в свете. Этот ролик был создан не просто показать совпадение между ними или просто восхищаться Ам, как злодеем. Хотя, каюсь, я ему восхищаюсь как злодеем и его концепция меня будоражит. Однако, я делал сие видео, чтобы показать глубину столь малозначительного персонажа, как Унгла. Я считаю его недооцененным в его концепте персонажа контекста и то, что он драматичный герой своего пути. Унгла явно не хотел такой жизни, но из-за множества факторов это произошло, как и с Алет Мастер Компьютер. А вы что думаете, может я прав или нет? Я ставлю пищу для размышления по этому поводу. И у меня на этом все. Всем пока. This is not over. We will never end. We have no beginning, so we can have no end. We will return. Don't you understand? We are humanity. We are you in one form, in another form. We are always with you. You can't protect yourself because we come in many, many guises. We shall return.